Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом уроке я хочу вам показать незаменимый виджет, который позволит внедрять на ваш лендинг-пейдж в Adobe Muse файлы PDF, PDF-документы. То есть не просто на скачку, а прямо на странице можно отобразить ваши PDF-документы. Вот смотрите пример. Я разместил на своем тестовом сайте. Просто для теста взял произвольный PDF-документ. Смотрите, вы видите, что прямо тут можно просматривать все страницы. Также виджет можно растягивать, делать разную область ему. Везде будут ползунки. И также виджет, если нужно, можно растянуть, сделать резиновый, то есть по ширине 100%, как сейчас вы видите здесь в демо. И если мы наводим на PDF-документ внизу, то здесь все цивильно, как и должно быть в PDF-документе. Здесь показано, сколько страниц, какая страница и скольки. То есть на четвертой странице я просматриваю из 103 страниц. И удобная менюшечка. Смотрите, можно по клику уменьшать масштаб. Можно делать в увеличенном виде, как вы вот сейчас видите, да? Можно просто по лупке с минусом уменьшать, прибавлять. То есть все работает, все здорово. И, соответственно, кнопка «Скачать». То есть все здесь работает. И кнопка печати. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим, как устроен данный виджет. Виджет размещаю где-нибудь. Смотрите, этот виджет вот за эти крайние маркировки можно двигать и определить, то есть в каком месте, какой размер, какого размера сделать окно, где будет отображаться ваш PDF-документ. Как я уже и говорил, можно делать по ширине в 100%. Давайте посмотрим настройки. В этом виджете есть два способа, как отобразить PDF-документ. Если у вас есть ссылка PDF-документа, то здесь можно выбрать URL, и тогда нам будет доступно нижнее поле URL для PDF. Если у вас нет URL или вы не хотите вешать URL, но у вас есть просто файл PDF на компьютере, который вы хотите загрузить в Adobe Muse, то в списке выбираем файл Upload, и активируется ссылка «Добавить файл». То есть мы файл загружаем прямо в Muse. Я протестирую сейчас вместе с вами оба варианта. Давайте сначала URL. Вот вы видите, у меня действительно есть URL документ. То есть это просто какой-то сайт, и на этом сайте встроен PDF файл. Я просто целиком копирую ссылку. Заходим в виджет, и в нижнем поле целиком как есть я вставляю данный URL. И давайте посмотрим, все ли у нас работает. Вот видите, да, в окошке показан наш PDF-документ, транслируется с сайта, то есть ссылка. Есть ползунки, и у нас все элементы здесь работают. Уменьшает, прибавляет. Если скачать, открывается окно на скачивание. Эти кнопочки тоже все работают. Так, теперь давайте попробуем загрузить файл. Выбираем здесь файл Upload и добавить файл. Из компьютера я выбираю PDF-файл и открыть. Наш файл загружается, и давайте посмотрим в браузере. Вы видите, да? Здесь тоже все работает. Наш файл работает. Также можно скачать. И давайте попробуем, я вам покажу, как сделать резиновый PDF во всю ширину. В принципе, здесь уже любой разберется. Делаем так, чтобы ширина была 100%. Ну и, соответственно, вот эту область вы уже сами контролируете, какой размер вам надо на сайте занять. То есть высоту вашего PDF-документа. И посмотрим. То есть можно сделать вообще на вашем лендинге отдельную страницу с вашим PDF. То есть чтобы была вот такая вот страница. У него свой ползунок, и здесь все страницы проматываются. Все работает, все замечательно. Данный виджет вы сможете скачать у меня на сайте. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом.
круговой прогресс-бар. Маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто.